закату подошло время титанов. И воцарились боги, новые властители вселенной. Шли тысячелетия. Земля забыла страшную войну титанов и богов. И не хватало на ней только одного. Тогда Прометей взял горсть земли, в которой было семя Урана, и смешал с водой океана. Афина вдохнула в неживое душу. Так был создан человек. Долгое время человек был слаб и жалок. Зевс не желал дать человеку больших знаний. Лишь Прометей втайне от богов учил свое создание подчинять себе природу и обрабатывать дерево, отличать полезное от вредного и по звездам искать дорогу домой. Прометей любил свое создание, и открылась титану-провидцу великая тайна. Придет новое время, время людей. И решил Зевс наказать человека, и не дал он ему главного, того, без чего невозможна жизнь, и отказал Зевс человеку в огне. Но уже знал будущее титан Прометей. И взошел он на Олимп, в чертоги богов, и праздник пел в белых чертогах. Но знал титан, время богов пройдет. И зажег он свой факел от солнца, и пошел по земле огонь Олимпа, и нес он тепло просвещения. Подчинил человек себе силу металла и мощь земляных недр, и согрел себя мыслью, научившись чтению и письменности, умея отличить прекрасное от уродливого. Был это поистине божественный дар Прометея людям. И увидел Зевс поднимающийся от земли дым, и истина открылась перед ним. И ударил царь богов о божественный трон Эгидой, и из крови героев выковал Гефест оковы тяжестью в вечность. Тридцать тысяч лет был прикован Прометей к скале над изрезанным черным морем побережьем. Так и назовут эти скалы орлинными. Раны от хищных птиц затягиваются, но дух живет вечно. Никогда люди не отдадут богам животворные искры. И вновь, спустя тысячелетия, бежит по горам Кавказа олимпийский огонь. Бежит по горячей земле человек только вперед. Вода, воздух, земля, небо и огонь. Воля, скорость, сила, бесстрашие и совершенство. Как древние титаны в единстве вечное.